Меня зовут Яков. Меня заинтересовала вакансия инженер по промышленной безопасности. Станет ли Яков Ульман инженером по безопасности на судостроительном заводе, решать только работодателю. Что именно нужно последним, военный пенсионер, находящийся в поиске работы уже несколько месяцев, не поймет. Ведь с тех пор, как его должность охранника в магазине сократили, золотых гор не ищет. Главное – семью из трех человек прокормить. Я хочу, чтобы зарплата была не ниже 20 тысяч рублей, потому что это как бы у нас сейчас, насколько я понимаю, уровень бедности. Зарплату не ниже 20 тысяч рублей на ярмарке вакансий предлагали 64 организации из самых разных сфер. Строительство, IT-технологии, пищевой промышленности, красоты и здоровья. Даже зеленые студенты пытались найти применение своим свежим знаниям. Но это не про Татьяну Шелеп. Без пяти минут дипломированный филолог, хоть и мечтает стать пресс-секретарем, сегодня заполнил анкету продавца-консультанта. Хотя бы на первое время, пока ищу работы своей мечты, чтобы был определенный заработок. После выпуска немногие уверены, что этот студент, имея диплом, именно умеет делать то, что к чему он учился. Впрочем, даже должность консультанта получить не так-то просто. Нужно соответствовать, предупреждает директор магазинов итальянской обуви. Сама толкового сотрудника ищет уже месяц. Приходит много людей, но, как правило, они потом удивляются, а что, нужно вот так с каждым клиентом работать? А что, нужно расстегивать босоножек, прежде чем подать? Ну, то есть при этом удивляешься, а что вы хотите, чтобы мы вам платили 35 тысяч, а вы будете сидеть за кассой, а покупатель сам по себе ходил? За 4 часа работы ярмарку посетило порядка 600 соискателей от 14 до 60 лет. Довольные спросом первой ярмарки вакансий, предприниматели планируют повторить встречу в конце лета. Кристина Добровольская, Оксана Курбатова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».